Так, добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Проведем сейчас, так, время было это, проведем брейк сейчас по коллекции Parkhurst Blaster 21-22. Пойду потом гулять с собакой, на улице там как раз быстрее скачается. Так, время у нас 21. Да, вот время сайта. А то потом там тянуть время. Так, где у нас Parkhurst? Вот он, Parkhurst есть. Так, номер блока у нас 11-33-85-430. Так, начинаем. Начинаем. Так, время 21.08. Ну что сделал? Так, время, да, указал. Так, время сайта у нас. Да, это номер блока еще раз. Вот он. Так, блок, вот он. Номер 113-385-430. Так, пакеты вот они. Пакет пустой. Номер не изменился. Так. У нас так 12 штук получается. Так, ну поехали. Желаю, чтобы всем так. Джереми Свайман, наверное, так, Бостон. Далее Марк Шейфли, Виннипек. Алекс Лафренье, это Рейнджерс. Далее Джастин Холл, Торонто. Артури Лехонен, да, это Монреаль. Сен Монахан, Калгари. Александр Текстер, наверное, так, Коламбус. Филипп Шикел у нас Рейнджерс. Джастин Фалк у нас Сент-Луис. И здесь вот такая карта. Это Промент проспект. Это Есси Йеланин для Монреаля. Так, следующий пакет. Так, Оскар Стэн, это у нас, новичок, вот надо их смотреть, сейчас я пропускаю. Вот же у нас был новичок, вот плохо пропустил, вот он. Так, далее у нас Оскар Стэн, новичок, Бостон. Далее Энзо Копитер, Лос-Анджелес. Эрик Робинсон, Коламбус. Конор Хелебок, Виннипек. Кирби Датч у нас Чикаго. Адам Энрик, Анахайм. Джакоб Славин, Каролина. Кэм Фоулер, Анахайм. Алекс Петер, Анджело, Вегас. И здесь у нас Рейнджерс. Промен проспект. Нилс Лундквист. Лундквист. Ну, наверное, так. Для Рейнджерс поздравляю. Так, надо быть внимательнее с новичками.
Так, 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 тут у нас голд какой-то. А вот и новичок сразу вылез. Сампранта. Это у нас Колорадо. Рокки. Здесь Верчик Картер. Это Флорида. Фабри Детройт. Морган Рейли Торонто. Илья Любушкин Аризона. Компри Джейки Колорадо. Тейсон Йост Колорадо. Есси Пулуярви Эдмонтон. Симек Радим Сан-Хосе. И здесь вот такая карта. Найтан Маккинон. Голд Колорадо. Так, тут еще, наверное, такой мне не доставали, мне показалось. Так, Майк Хардман. Это у нас Чикаго. Это Мира Нисканен, Даллас. Тристан Джерри, Питтсбург. Райан Гетслов, Анахайм. Дайн Декстер, Детройт. Джон Ларсон, Йохан Ларсон, Аризона. Каспери Капанен, Питтсбург. Доминик Кубалик, Чикаго. Патрик Марун, Тампа. И здесь у нас вот такая карта. Поздравляю, Питтсбург. Айс. Короче, тут я... Вейнс как-то так. Тейр Вейнс. Ну, короче, Сидни Кросби. Мои поздравления Питтсбургу. Не помню, кто взял, но... Я думаю, нормально. Так, еще один такой вариант. Это какой-то айс, айс. Да, еще один такой. Джонатан Марченсо у нас Вегас. Иван Просветов Аризона. А вот новичков опять пропустил. Это он как раз. Это как раз он. Рокки. Аризона. Так, сюда, значит, надо посмотреть сразу. И здесь у нас вот Хардман. Надо за новые номера, эти имена смотреть, тогда, я думаю, не пропустится. Так, далее. Далее Гранлунд, Нэшвилл. Мэтью Ткачак, Калгари. Адриан Кэмпбелл, Лос-Анджелес. Девон Тейвс, Колорадо. Мартин Нейкас, Каролина. Алекс Керфот, Торонто. Филипп Хронок, Детройт. И здесь у нас Стэмкос. Да, здесь у нас Стив Стэмкос для Тампы. Так, следующий пакет. Так, Брэди Ткачак у нас Оттава. Новичок Эклунд Вильям для Сан-Хосе. Далее Чарли Койл Бостон. Дрейк Баттерсон Оттава. Дилан Козенс Баффало. Томас Чабот Оттава. Тейлор Майерс у нас Ванкувер. Джонатан Дроуин. Это у нас Монреаль. Здесь Джейсон Цукер, Питтсбург. И здесь такая вот штука для Баффало. Это Промет Проспект, Якуб Брейсон. Наверное, так. Это у нас Баффало. Так, это у нас серебро. Вот как раз новичок сразу здесь. Федерик Алланд. Или Эллард. Эллард, наверное. Для Нэшвилла. Далее Брэд Марчант, Бостон. Айрон Экблант, Флорида.
Сиан-Теодор, Вегас, Энтони Церелли, Тампа, Мэтьяс Эльхольм в Нэшвилл, Джиус, короче, Сарас у нас Нэшвилл, Егор Шарангович, Дэвилс, Дэри Нурс, Эдмонтон, и здесь у нас Барретт Хейтон для Аризоны, серебряная, наверное, так. Так, следующий пакет, это у нас 5 осталось. Так, Патрик Кен у нас Чикаго. Новичок Радим Захорна, Питтсбург. Далее Маркус Фолигна, Миннесота. Милан Лючич у нас Калгари. Брэндон Шен, Сент-Луис. Клейтон Келлер, Аризона. Томас Грейс у нас Детройт. Элли Толванен, Нэшвилл. Здесь Кайлер Якомото, Эдмонтон. И здесь у нас Баффало. Виктор Олафсон. Так, так, так. Мэтт Дюшен, Нэшвилл. Филипп Густавсон, Оттава. Жан-Габриэль Паго, Айлендерс. Пропустил пока ничего. Так, Мэтт Зуккарелло, Миннесота. Вильям Карлсон, Вегас. Джеспер Брат, Девилс. Чарли Маквой, Бостон. Конор Шари, это у нас Вашингтон. Картер Харте, Филадельфия. И здесь Виннипег. Перфетти, Кол Перфетти, новичок для Виннипега. Тут не пропустили опять новичков. Вот он, пропустили. Это был Филипп Густавсон для Оттавы. Так, тут у нас это надо новичков. Так, Николас Бэкстрем, Вашингтон. Далее новичок Бейфилд, Квинтон для Лос-Анджелеса. Здесь у нас Мика Зибанижат у нас Рейнджерс. Кевин Шаттен, Кирк Анахайм. Брэд Пеши у нас Каролина. Бон Дженнер, Коламбус. Джош Андерсон, Монреаль. Брэнд Пойнт, Тампа. Это Джордан Курой у нас Сент-Луис. И здесь Филадельфия. Сиан Кутюрье. Вот такой вариант. Сильвер. Так, два пакета. Так, еще один сильвер. Так, здесь Сидни Кросби, Питтсбург. Новичок Уэйд Калинюк. Это у нас Чикаго. Далее Патрик Хорквист, Валт, Флорида. Павел Заха, Девилс. Оскар Клифбум, Эдмонтон. Александр Романов, Монреаль. Дилан Ларкин, Детройт. Маккензи Вейгер, Флорида. Сергей Бобровский, Флорида. И здесь новичок Сильвер, Квинтон Бифилд. Бифилд для Лос-Анджелеса. Так, ну это сюда положим. Так, и последний пакет. Так, Джош Карлсон, Вашингтон. Новичок Якуб Брейсон для Баффало.
Далее Филипп Курашев у нас Чикаго. Антони Дуклар это Флорида. Патрик Лайн – Коламбус. Тейсон Бейри – Эдмонтон. Чандлер Степенсон – это Вегас. Гарланд, да, Коннор – это Ванкувер. Здесь у нас Рихард Райкл, Анахайм. И здесь у нас Колорадо. Девон Тейвс. Вот в таком варианте. Ну, вроде бы все. Все пакеты вскрыли. 12 штук, да, там в каждом пакете получается по новичку и по параллельной карте там. Так, Брейсон. Это у нас Баффало. Калинюк, Чикаго. Бейфилд, Лос-Анджелес. Густавсон, Оттава. Захорна, Питтсбург. Аллард, это Нэшвилл. Эклунд, Сан-Хосе. Хардман, Чикаго. Просветов, Аризона. Ранта, Колорадо. Стэн, Бостон. И Швеман, тоже Бостон. Так, далее. Три Сильвер карты. Это Кутюрье, Филадельфия. Хейтон, Аризона. И новичок. Квинтон Бейфилд, Лос-Анджелес. Сильверовский вариант. Так, один голд. Это Нейт Маккинон. Так, две вот таких карты. Это Виктор Олсен и Девон Тейвс. Колорадо и Баффало. Так, две вот таких карты. Сидни Кросби и Стив Стэмкос. Питтсбург и Тампа. Красивая карта, конечно. Так, ну и новички. Сколько их тут? Четыре штуки. Это Брейсон опять. Для Баффало. Это у нас Перфетти для Виннипега. Это у нас Лунквист для Рейнджерс. Это у нас Йеланин для Монреаля. Ну, на этом все. Всем спасибо. Блоков по этой коллекции пока нет. Так что ждем в других наших брейках. Все, всем спасибо. До скорых встреч.